Вот и еще ряд населенных пунктов совсем недавно оставили войска киевской хунты. Сейчас неподалеку от хутора Путепровод, где находились позиции вооруженных сил Украины, укрепилась армия Новороссии. Поселок Криничное. Долгое время он оставался, по сути, на нейтральной территории. Украинские блокпосты ближайшие были в нескольких километрах у села Путейниково. Сюда, как рассказывают местные жители, они приезжали в магазин для того, чтобы затариться спиртным, собственно, закуской. В общем, да, на позициях мы увидели огромное количество пустых бутылок из-под водки, из-под пива. Судя по всему, они скупались в магазинах в этом поселке. Многочисленные окопы, блиндажи, разбросанные повсюду, пустые ящики из-под боеприпасов самых различных калибров. Повсюду валяются вещи, груды мусора, армейские котелки и другие предметы жизнедеятельности карателей. По всему видно, что обустройством собственного быта украинские военные не заморачивались. В этом блиндаже, недалеко от поселка Путейниково, у украинских войск, которые здесь стояли совсем недавно, был командный штаб. Но блиндаж сделан на славу, учитывая, что нет железной дороги. Судя по всему, они шпалы привезли с собой. Один свой шпал, мешки с песком. Прямого попадания, конечно, он бы не выдержал, но от осколков вполне спас бы. В этот блиндаж было пройдено два кабеля. Один кабель, этот, судя по всему, был для связи, для того, чтобы мог связаться командный штаб со своими позициями. Второй кабель был подведен под растяжки, которыми была заминирована вся зеленка вокруг. То есть, судя по всему, в случае наступления нашей пехоты, произошел бы взрыв, наступление могло бы вполне закончиться. Жертвы. Буквально в нескольких метрах от штабного блиндажа находим небольшой окоп, судя по всему, служивший выгребной ямой. Огромное количество пустых бутылок из-под пива и водки самой различной литражности, находящиеся в окопчике. Красноречиво говорят, каким образом каратели коротали здесь время. Кстати, жители Кринично рассказывают, что украинские вояки время от времени наведывались в местный магазин для пополнения запасов спиртного. Неподалеку от путепровода расположено село Петровское. Селяне здесь военных хоть и не видели, но почувствовали их присутствие, как говорится, на полную катушку. В огородах, во дворах, вокруг села можно увидеть многочисленные воронки от разорвавшихся снарядов реактивной системы залпового огня «Град». Надавали люди, вот шипов там, ой, какие, и вот то простреливали аж туда, ну, у хаты ничего не повредили. А вот это вікно, там вообще забили пленкою и стекла кое-как. А замазывать, вот это же как я замазываю, как я клика первой группы. Наверное, сыночек, что это трахнуло вот туда. Мои ж бы золотые сыночки, та и мне вас жалко. Ну, за что ж мы сюда? Бедные. И тяглися с дедом, хоть чуть-чуть же прикрыть это, с пенсии откладывали, а ну, бачу, получилось. Так, калитка уже, бог с ней, ну, вікна и оце. Вікна и оце. Я один, но тоже двое ж деток. И они уехали, и оце каждый день звони менший. Каже, ма, як ви там? Та нічого, я ж нічого. Ми спочатку це не казали, щоб вони там не пішли. А куди вони їхали? У Дніпрі, у Дніпропетровське. Там старший живе, там женатий. А ці жили на ДСК, а тоді діти ж маленькі, один хлопчик, а одна вже в інститут поступила. Так вони ж ото поїхали туди. Ну що? Этот Никита став кричать, стали взрывы, він плаче. Кажу, Вова, їдьте, позвонили до Саши. Кажем, Саша, як хоч, хоч і двухкомнатна квартира, забирай їх. І вони то уїхали. І менший каже, ма, я приїду. А я кажу, Вова, поки не їдь. Ну, нельзя ж, правда, синочок? Ну, да, Поки, кажу, не їдь. Чого ж ти приїдеш? Кажу, поки воздержись, не їдь. Ми вже тут як-нібудь. 42 года и 8 месяцев стажу. Я работаю на домостроительном комбинате.
и под землей, и на вибрации. Вот это ж полигоны, вот это набито на мешалке, и с отбойным ромбом. А великотесную вы же застали, я так понимаю, да? А? Великотесную вы же застали. Не. Я с 40-го года. Mm. Я была маленькая, я ничего не помню. А дед был такой же, как и я. Він помнив. А я нічого не помню. Я тільки пам'ятаю, як прийшла похоронка отця, що от це я хорошо пам'ятаю, що погиб отець, не дійшов до Берліна. Скільки, Жора, я вже забула, не дійшов до Берліна батько мій. Неділя чи що оставалось до кінця війни. Представляєте? От, і я не пам'ятаю ні отця, не пам'ятаю, ні. І війни якієї, я не пам'ятаю. Була ж маленька, фотографія на руках. Отець і мама, і ми, і я сиділа маленькою. Ще й не ходила. Ну, не пам'ятаю нічого.